19 июля стартовал образовательный проект Казанского федерального университета и Московской школы управления «Сколково» по обучению в области управления проектами руководителей и заместителей руководителей исполнительных органов государственной власти и муниципальных органов Республики Татарстан. В числе почетных гостей на церемонии открытия программы присутствовал первый заместитель премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин. Так вот, данная работа, она позволяет упорядочить и, грубо говоря, по полкам разложить, может быть, тот большой объем знаний, который у вас существует в результате вашей практической работы. Программа управления проектами организуется по инициативе президента Республики Татарстан и состоит из двух модулей. Для реализации первого модуля программы приглашены профессор Джордж Сифри, основной разработчик материалов и курсов по проектному управлению для программы «Сколково», а также бизнес-тренер Галина Муштакова. Сейчас уже выстраиваем вместе с заместителем министра, руководителями исполнительных комитетов наших районов модель проектного управления в республике. Техническое задание к модели проектного управления в республике подготовили нам в первом эшелоне главы и министры. Это обучение проходило чуть больше месяца назад, и у нас есть сейчас техническое задание к разработке этой модели. Предполагается, что это будет единая модель, в которую будут встраиваться все проекты, реализуемые в Республике Татарстан. Это даст возможность экономии, сохранения и оптимизации ресурсов, в том числе в рамках государственных программ. Мы будем стараться максимально использовать свои временные ресурсы и возможности для того, чтобы с коллегами выработать новые инструменты и механизмы в рамках механизма так называемого проектного управления. Если мы говорим про сферу туризма в городе Казани, то это вот такие мероприятия крупные, масштабные, как там универсиады, чемпионат мира по водным видам спорта, Кубок конфедерации и много-много разных мероприятий, таких городских, как «Велоночь» или там гастрономический фестиваль. Это крупный проект, который мы реализуем благодаря своим силам, а я думаю, эта сессия поможет именно систематизировать эти все знания в какой-то определенный порядок, что позволит какие-то новые или вот эти уже ежегодные мероприятия проводить еще на более высоком уровне. В результате данной образовательной программы будут подведены итоги, представленные президенту республики. Арина Михайлова, Роман Самарин, Универньюз.